сама. Постоянно держать оборону очень затратно для психики. Вы можете споткнуться на самом простом, даже на самом банальном. Давайте ближе к делу. Угу. Я не нуждаюсь в оценке моей личности. Если это было так, то бы вы не пили нейролептики. Да ладно. Да. Нейролептики пьют люди, которые не могут жить жизнь, которую хотят. Когда они это осознают, тут три дороги. В окно, в психушку и к нейролептикам. Так все просто. Да все еще проще. Если все так просто, как же вы так попались в банальную ловушку? Я читала материалы дела по Алине Дедушкиной. Вы невиновны. И я читала материалы вашего личного дела.